Вау, загрузилось. Блин, обалдеть, неужели это реально Half-Life 2 на андроиде? Всем привет, меня зовут Саня, а значит вы на канале Funhouse. И сегодня я расскажу вам о том, как установить великий и могучий Half-Life 2 практически на любой Android смартфон. А заодно и проверим, как эта игра дружит с геймпадом. Итак, поехали! Для начала открываем поисковик Google. В строке поиска вводим Half-Life 2 для Android. Первой же ссылкой будет вот этот вот сайт с тяжело произносимым названием. Заходим на него. Опускаем страничку вниз до вот такой вот штуки. Тут есть три пункта скачивания для Tegra, Adreno Mali и PowerVR. Это разные производители видеокарт, поэтому перед скачиванием рекомендую посмотреть, какая видеокарта стоит у вас в телефоне. Скачиваем нужный нам файл, он будет в формате APK. Далее у нас остается два пути установки игры на телефон. Первый способ – это просто закинуть скачанный нами файл на телефон и уже с телефона посредством файлового менеджера или Total Commander запустить его. Игра установится. Кстати, процесс этот довольно-таки небыстрый, поэтому немного подождите. Второй вариант – это если вам не повезло и файл автоматически не устанавливается на телефоне. Первое, что нам стоит сделать, это прямо на компьютере сменить расширение файла с APK на ZIP. Теперь этот файл стал архивом. Тут же этот архив извлекаем в текущую папку и заходим в нее. Переходим в папку, которая у нас распаковалась. Там видим еще одну папку под названием Assets. Заходим в нее и видим еще один архив под названием com.nvidia и так далее. Его также извлекаем в текущую папку. Далее мы переносим то, что мы распаковали, на наш телефон. Заходим на наше устройство с помощью ПК. В корне телефона находим папку под названием Android, и в ней есть папка OBB. Заходим в нее. Туда мы переносим папку, которую ранее мы разархивировали, под названием com.nvidia и так далее. И у нас остается последнее действие. Из папки Assets, в которой мы раньше были, переносим файл install.apk в любое место на вашем телефоне. И посредством все того же файлового менеджера или Total Commander запускаем этот файл и нажимаем кнопочку «Установить». Все, поздравляю, Half-Life 2 установлен на вашем телефоне. У меня не самый мощный телефон, но игра идет отлично. И, кстати, гораздо удобнее играть на геймпаде, чем на сенсорном экране. И да, кстати, забыл сказать, игра, что с геймпадом от Xbox One идет отлично. Подключается, кстати, геймпад на сегодняшний день по Bluetooth вообще без проблем к любому Android-устройству. Что на китайском геймпаде для Android-устройств Defender, игра также идет отлично. То есть устанавливаете игру себе на телефон, берете геймпад, посредством сенсорного управления играть не очень удобно. Но можно, кстати. Но лучше всего подключить геймпад и играть с геймпада. А так, всем спасибо за просмотр. Всем пока.